shit. Here we go again. Встречайте! Игра, навевающая ностальгию по временам, когда мы угоняли машины, убивали людей и слушали ранеток по радио. А затем приходили домой и запускали GTA 4. Знакомьтесь, это Ника. А Ника — это вы. Вас угораздило оказаться в обители демократии, в поисках мести, американской мечты или еще какой глупости. Будьте готовы к тому, что ваш путь будет не из простых. Ведь город, в котором вы оказались, то еще болото, затягивающее в свою криминальную, полную грязных и жестоких дел, трясину всех охотников за легкой жизнью. Liberty City – город возможностей. Именно так можно было подумать до встречи с вашим кузеном, Романом, человеком, одержимым боулингом. И прежде чем вы осознали свое положение и задумались над главным вопросом. Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? Место, в котором вы очутились, это серый, мрачный и даже в какой-то мере родной для нас город грехов. Liberty City. Свободный город свободной страны, в котором высокие посты совершают низкие поступки. Liberty City – уникальное для серии GTA место. Ведь где еще можно? Примерить шапку-ушанку, посетить кабаре «Перестройка» и услышать русский язык во всей своей красе. Если вы играли в предыдущие игры серии, то геймплей GTA 4 не станет для вас открытием. Здесь, в стране возможностей, все как и всегда. Стрельба, угоны, а затем опять стрельба и опять угоны. Но в этот раз Rockstar добавили к старым для этой франшизы приколам, например, обновлению гардероба, совершенно новые, такие как интернет, телевидение, шампунь жумайсымба, скажи перхоти, кузьми курбит болэцинба, и телефон, на который вам звонят и пишут больше людей, чем в реальной жизни. Собираюсь. До свидания. Всего хорошего, блядь. В ролях. Рома. What is love? Oh my God, Abel. Подстаканник. Почтальон Печкин. Физрук до травмы в 90-м. И в главной роли Ника, славянин, 30 лет. И помните... Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка?